Более 70 губкинских педагогов приняли участие в церемонии награждения, приуроченной ко Дню Учителя. Она состоялась в актовом зале третьей школы. За добросовестный труд и преданность профессии преподавателям вручили почетные грамоты и благодарственные письма Управления образования и городской организации профсоюза работников образования. Мы постоянно работаем над повышением качества образования в нашем городе. Я думаю, что самым главным результатом деятельности нашего педагогического сообщества стало то, что все выпускники 11 классов и все выпускники 9 классов по итогам 2017-18 учебного года получили аттестаты об образовании. Это очень большая заслуга наших учителей, наших педагогов, вот кого мы сегодня и почествовали. Сегодня в Губкинском работает свыше 400 педагогических работников, 255 из них – учителя. Награждение специалистов сферы образования будет продолжено на торжественном собрании в честь празднования Дня Учителя. Оно состоится 5 октября. Ожидается, что в ходе мероприятия будут вручены грамоты главы города и законодательного собрания Ямала, а также озвучены итоги голосований «Мой учитель и воспитатель по призванию» на портале «Живем на севере».